вернемся к ходьбе, что не просто там прошелся от остановки до остановки, поднялся с этажа на этаж. Нет, тут должна быть работа желательно разовая, в течение примерно часа, около часа где-то, минут, так сказать, от 50, от 40 до часа. Вот. Тогда получает нагрузку весь организм, в виде мышцы размялись, опять-таки та же циркуляция лимфы. Кровь-то еще ладно, она там циркулирует. А вот что касается лимфы, увы. Вот. И когда мы еще идем, здесь же у нас поле земли, поверхность заряжена каким-то электричеством, не будем вдаваться каким. Вот. Мы сами заряжены. И получается, что мы идем как ротор в статоре. Вращаемся и потихонечку заряжаем себя. То есть это тот минимум, который надо соблюдать для того, чтобы просто чувствовать себя нормально. Потому что мы там вылупили глаза, побежали на работу, надо заработать. В первую очередь надо заработать для того, чтобы была возможность зарабатывать. Поэтому надо заработать здоровье. А далее, на этом здоровье, как на фундаменте, реализоваться в той или иной области, либо тупо дожить до пенсии. И это у некоторых цель.